Нападающий Хызыр Умаров уже более 6 лет увлекается футболом. Но если раньше его игра не выходила за пределы двора, то сейчас Хызыр вместе с командой Сарытюз участвует во всероссийских соревнованиях. И на недавнем турнире среди сельских команд «Колосок» они буквально шагали от победы к победе. В четвертьфинале выиграли по пенальти у команды из Краснодара со счетом 3-0. А в полуфинале после напряженного матча с соперниками из Белгородской области вырвали победу в серии пенальти со счетом 2-1. Будем тренироваться усердно и планируем в дальнейшем выступать на таком же уровне. Мы готовились к этому соревнованию с начала лета усердно. Ехали на сборы в горы. Это командная игра, и здесь не каждый за себя нужно играть командой. И если один игрок на поле не воин, нужно играть командой. В финале команда из Сарытюза столкнулась с юношеской сборной из Дагестана. Изначально наши вели, но после нескольких удачных замен у соперника победа улыбнулась дагестанцам. Однако спортсмены из Сарытюза не отчаиваются и уже готовятся к очередным соревнованиям. Защитник Аслан Узденов по полной выкладывается на каждой тренировке и рассчитывает вместе с командой однажды все же встать на высшую ступень пьедестала. Мы приехали, нас встретили, заселились, потом следующая игра. Мы бились туда, так отсюда, там мы сделали подкат, я ударил через себя, не забил. Дагестан, Краснодар, Белгород, там все сильные команды были. Всего в турнире приняли участие 16 команд со всей России. Тренер Сарытюза Тимерлан Тимерлиев знает, на что способен каждый из его воспитанников. Кому-то прошедший турнир помог раскрыть потенциал, а кому-то показал ошибки, над которыми надо работать. Федерация футбола, Министерство спорта во всем помогает, спасибо им. И как бы хотел еще отметить главу нашего района, администрации Джигутинского района, деньгами, там, транспортом. Спонсирует вообще без проблем. Спасибо ему большое. Ну и тоже села, тоже ребята очень помогают. Ну, всем спасибо, конечно. Пока что правильное направление. Помимо жителей Сарытюза, на футбольном поле аула тренируется команда малышей из Кумыша и села Важная. Они с уважением смотрят на своих старших коллег и равняются на их победы. Сами же футболисты Сарытюза не пропускают ни одной тренировки, потому что знают, победа куется не одним только талантом. Анзор Курбанов, Роман Нагаев, Архыз, 24.